Двор на Пролетарской, 94, запестрел яркими красками. Здесь установили новую игровую площадку, где собирается теперь детвора со всей округи. Территория вошла в губернаторскую программу. Качели, карусели, новые песочницы и мягкое покрытие. Мамы и малыши не нарадуются. Домком строгим взором оценивает работы. Говорит, что сюда вложено очень много сил самих жильцов. Много лет они делают свой двор краше. Сначала своими силами с домом соседним. Получается, как могли, обустраивали сами, они завезли щебень, помогли. Наши мужчины построили хоккейную коробку, какие-то фигуры. Вот. А сейчас вот повезло, нам попали в две программы, осуществили мечту. По программе «Тысяча дворов» в Уссурийске приведут в порядок 104 территории. Проект предполагает несколько видов работ. На улице Пролетарской выбрали устройство игровой зоны. Также параллельно в Уссурийске реализуется программа «Комфортная городская среда». Это еще 27 обновленных дворов. В работе у нас 20 площадок с дворами. Это формирование комфортной городской среды и 1000 дворов в Приморье. Планируем, если нам даст погода, все закончить к середине сентября. Сейчас темпы нарастают. Денежные средства поступили в Уссурийский городской округ. Сейчас начнем оплачивать. Дело за малым. Делать и контролировать. Чем и занимаются специалисты. Как уложен асфальт, правильный ли угол наклона у бордюрного камня. Изучают все до мелочей. На Тимирязева во дворе 73-го и 75-го домов несколько недель трудились дорожники. Как итог, 2000 квадратных метров территории в новом покрытии. Несколько подрядных организаций задействованы в работах по городу. Наша компания взяла под ремонт 10 дворовых территорий. На всех абсолютно у нас асфальтирование, то есть детских площадок нету. Ну, в принципе, мы не специализируемся по этому профилю. Вот. Конкретно в этом дворе мы сняли старое асфальтобетонное покрытие. Оно было уже в разрушенном состоянии, с провалами. И такая картина встречает ремонтные бригады практически везде. Ведь в Уссурийске десятилетиями не велись преобразования дворовых территорий. А в этом сезоне обустроят еще и две зоны массового отдыха. По программе формирования комфортной городской среды сделают скверы на 5-м километре и в Доброполье. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.